Канал АТВ представляет прогноз погоды на 17 июля. Я Олег Шигнанов, буду вашим буцефалом в мире погоды. Всем здравствуйте. По республике. Погоду определит холодный циклон с центром на севере республики. По северной половине республики дожди, грозы, ливни. По остальной территории местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, утром туманы. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 8, при прояснении до плюс 6, днем 15 тепла. По центральным районам ночью плюс 10-15, днем 22 тепла. По южным районам ночью 13 тепла, в горах юго-запада до плюс 6, днем 22 тепла, по юго-западу до плюс 18. В столице Бурятии ночью без осадков, днем небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, максимально днем 22 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. В старину самого опытного и сильного волжского бурлака, идущего в лямки первым, называли шишкой. Именно отсюда возникло выражение «большая шишка» для обозначения важного человека. В наше время важного человека зовут вип-персоной. Если в свое время большие шишки тянули баржи по реке, что тянут вип-персоны, непонятно. Это был прогноз погоды на первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Всем с теплым летом!